6,5 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Такой приговор вынесут Слуцка работнику банка, который похитил почти 50 тысяч долларов, чтобы сыграть на валютных торгах. В милиции сообщили, что пойти на аферу молодого местного жителя толкнула игромания. Представляя коммерческую компанию в Слуцком районе, парень выполнял от ее имени финансово-кредитные операции. Сообразив, что таким образом он может заработать, используя свое служебное положение и незаконный доступ к информационным системам, мужчина увеличивал лимит овердрафта, оформленный на него и бабушку. А деньги для игры на валютных торгах парень переводил на другие карточки. Свои махинации предприимчивый делец провернул всего лишь за два дня, похитив примерно около 2 миллиардов неденоминированных рублей. Служба безопасности, заметив подозрительное движение денежных средств за рубеж, а именно там была зарегистрирована торговая площадка, заблокировала все операции по счетам. Благодаря этому удалось спасти половину похищенной суммы. Когда молодой человек обнаружил, что его действия вызывают явное подозрение, попытался удалить следовую информацию, а также личный овердрайв. Однако это его не спасло. Местный АБ провел проверку, по результатам которой в отношении работника банка были возбуждены уголовные дела. В отношении работника банка было возбуждено 2 уголовных дела: за хищение в особо крупном размере с помощью компьютерной техники и компьютерный саботаж.